Музей истории 38-го полка открыли. Сегодня в Тобольске в экспозицию собрали героическую летопись. За 200 лет существования военчасти полк служил 13 государям, совершил 20 больших военных походов. Криведы разыскали копию знамени, портреты военачальников и даже фотографию табляка Павла Тостогузова, участника войны с французами. Побывал на открытии музея Николай Брыкин, который возглавляет Фонд защиты Отечества. Благодаря его финансовой поддержке состоялся этот патриотический проект. А просьбу табляков о возрождении полка депутат Госдумы намерен передать президенту. Здесь в школе находится, и ребенок может, обучаясь здесь, и кто-то другой прийти и посмотреть все-таки, как предки защищали страну, как они гордились тем, что, значит, они служат России. Изучая историю 38-го Тобольского пехотного полка, можно изучать полностью отечественную историю нашей страны, потому что это и Северная война 1700-1721 года с грандиозным Полтавским сражением, с решающим сражением этой войны. Это и Отечественная война 1812 года, и Бородинское сражение –